Чтобы изготовить козлы для пилки дров, нам потребуется 4 бруса размером 80 на 60 мм и длиной в 1 метр каждый, а также несколько досок размером 120 на 25 мм, длину выбирайте сами, главное, чтобы не очень короткие. Далее подготавливаем брусы для запилов. На глаз устанавливаем углы крестовин, он должен быть не очень тупым и не очень острым. По разметке одного бруса размечаем все остальные. У меня это отрезок в 28,34 см от края бруса. Делаем пропилы в брусах наполовину их толщины. Для удобства обозначаем отрезком ту часть бруса, которая будет выбиваться стамеской. Полученные брусы скрепляем между собой на две крестовины с учетом ранее проговоренных размеров, чтобы козлы не были кривыми и не ходили ходуном после сборки. После скрепления две крестовины должны быть идентичными. Ширина моих козлов будет составлять 1 метр. При желании можете изменить этот параметр для себя в большую или меньшую сторону. Если козлы будут очень длинными, придется изготовить еще одну крестовину для расположения ее посередине козлов для правильной развесовки. Далее скручиваем между собой крестовины двумя досками, прибив их на максимально возможной высоте под рогатками крестовин. Да, советую именно прибивать доски, ровно как и скреплять крестовины, гвоздями, в моем случае это сотки, для большей надежности. Саморезы используем только в качестве дополнительного крепежа. Для изготовления таких козлов, как у меня, всего потребуется 28 гвоздей и 22 самореза. После закрепления двух продольных досок прибиваем еще две диагональные, одну с одной, другую с другой стороны козлов. Таким образом, чтобы эти две доски при взгляде на козлы со стороны пересекались между собой в центре. Естественно, предварительно отрезаем их на необходимую для вас длину. Ну и напоследок, когда козлы технически уже собраны, наведем немного марафета. Я решил для большей эстетики выкрасить козлы железным суриком. В конечном счете получаем вот такой вот результат. Козлы крепкие, увесистые, надежные, не хлипкие и не шатаются, а в нашем случае еще и красивые. Всем спасибо за внимание.